друзья, всем привет! С наступлением зимних холодов. На горячую начал замечать, что какой-то звук выходит вот отсюда, из этого места. Здесь примерно начинает как стучать, думаю, блин, клапана или гидрики, что такое. Оказалось, это клапан абсорбера. Вот здесь он находится, на горячую он начинает работать. Сейчас машина, конечно, у меня холодная. Как будет на горячую, я вам подключу. Включу и покажу. Я загнался до такой степени, думаю, блин, что за звуки такие вообще, как клапана стучат. А вот теперь звук, как тарахтит клапан. Вот он, его можно потрогать. Вот он находится здесь. Вот так пульсирует, слышите? В общем, загнался до такой степени, что решил съездить в сервис к дилеру официальному с этой проблемой. Типа, у меня стучит. Думаю, там сейчас мне гидрики поменяют, клапана, все подряд. Узнать, на всякий случай, гарантийный это случай или нет. Ну, собрался, поехал, приехал. Говорю, вот такая ситуация. Стучат у меня гидрики. Или клапана, что-то, не знаю, звук какой-то, стук идет. Он говорит, а с какого места, какая машина? Я говорю, Гранта. Место где-то между двигателем и аккумулятором. Оттуда звук, с этой стороны. Он говорит, ну это у вас это, клапан абсорбера там стучит. А что? Я говорю, он там находится? Да, он находится как раз в районе, прикреплен к воздушному фильтру с обратной стороны. И поэтому звук, а почему, говорю, стучит? Что такое? Он говорит, ну не знаю, что мы подумали, решили, что это, наверное, зима. И зимой всегда активируется вот это вот стучание. Мне кажется, пластмасса жесткая становится от мороза, что ли, или что. Короче, тарахтит. Раньше, вот лет не так его и не обращал внимания, а сейчас, как приезжаешь домой, раз, мимо машин, пока гараж открываешь, думаю, что такое за... Прям тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр, что такое, думаешь, и вообще... Докрутился, как в анекдоте, думаю, вообще, дед с бабкой крутили. Говорит, а вы, говорит, покрутите. А вот они потом приходят, говорят, все, говорит, докрутились, вот открутили. Вот я тут тоже подумал, что у меня тоже что-то все докрутился я. А нет, а на самом деле все отлично, не обращайте внимания, это работа клапана абсорбера. Так он тарахтит на горячем, на холостом обороте, на холостых оборотах. Сброс газов, короче, излишних регулирует. Ну и в сервисе сказать, что не гоните, когда у вас он сломается или перестанет работать, у вас на панели приборов выдаст ошибку, чек загорится. Так что, друзья, все супер. Не гоните, не впадайте, не делайте, говорит, лишних выводов, пока, говорит, не убедитесь, что это проблема. На самом деле никаких проблем, все стало, настроение улучшилось, все стало. Когда знаешь, всегда спишь, говорит. Заплатите налоги и спите спокойно. И здесь то же самое. Узнайте причину и спите спокойно. Все, всем пока. До новых встреч, как говорится.